Третьяковских. КАС никакого отношения, собственно, к игре 1/8 финала Кубка России между Тольяттинской «Ладой» и «Спартаком» не имела. Просто нарастает ажиотаж в преддверии московской гастроли «Арсенала», и самые рассудительные болельщики, коих оказывается немало, заблаговременно решают проблему попадания на Лига-чемпионский спектакль. Билет кончается. Добрый день. Стоим с 11. За матчем же российского кубка воочию наблюдало лишь 1500 зрителей. Однако те, что побрезговали зрелищем, скорее всего, не прогадали. Игра была напрочь лишена какого-либо напряжения, и спартаковцам, что они не скрывали, рассматривалось в качестве тренировочной. Впрочем, ради одного только первого мяча «Спартака» стоило в этот вечер побывать на стадионе. Маркау удался, наверное, самый пижонский в современном футболе трюк. Подыграв себе головой, бразилец пробил ножницами через себя. Не забивавший со времен московского матча со «Спортингом», Маркао спустя несколько минут сделал дубль. На этот раз рядовой, или, как принято говорить в таких случаях, трудовой гол, за которым, тем не менее, следует все тот же Эльдуал, пробежка вокруг только что взятых ворот. Чествование легионера могло быть и не таким сдержанным, окажись на поле его соотечественник. Но Робсон продолжает отбывать дисквалификацию, и в отчетном поединке пару Маркао в нападении неожиданно составил восстанавливающийся после ангины Титов. Он после болезни играет, поэтому его сегодня в первом тайме освободили от оборонительных функций для того, чтобы он не получал огромную нагрузку и играл на свободных мячах. Кроме перестановки, в составе «Спартака» было еще и изменение. Основной либеро Ананка на разминке почувствовал острую боль в голеностопе, и вместо него пришлось выпускать Бушманова, изначально не фигурировавшего даже в заявке. Также стоит отметить второе подряд появление в основе на месте правого полузащитника Сергея Лебедкова. Выходец из дубля провел третий мяч в ворота «Лады», продемонстрировав при этом привлекший к нему внимание тренеров главной команды и высокую скорость, и неординарный дриблинг. В перерыве, правда, Лебедков был заменен и составил компанию остальным вызванным из дублирующей команды новичкам «Спартака» – защитникам Олегу Кузьмину, Сергею Гурченкову и Александру Белозерову. Создалось впечатление, что с самого начала второй половины «Спартак» уже доигрывал этот матч. В этой связи гол Булатова выглядел наградой за его неизменно высокую работоспособность. Впрочем, и в составе «Лады» ближе к концу не все утратили интерес к происходящему. Расим Хутов в добавленное судье время размочил счет. Тем не менее, это не разубедило тольяттинцев в том, что они заведомо были обречены. «Спартак» и «Спартак», я всегда это говорю, тяжело играть. Это одна из команд, которая играет в футбол, остальные мучаются. Поэтому обыграть их можно чисто случайно. Сезоном подводили последнюю черту. «Спартак» получил необходимый спарринг в декубковой игре с «Ладой». Олег Романцев продолжил разбавлять осенний основной состав резервистами, преследуя двойные цели – разгрузить утомленную основу и нащупать пути обновления состава в будущем. Титов, вышедший на месте нападающего, упустил в начале матча возможность забить. Но счет все же был открыт на исходе первой трети тайма. После углового справа спартаковцы выиграли столько верховых единоборств подряд, что и финал эпизода обязан был стать нетривиальным. Вот огромный Маркао и пробил через себя. 4 минуты спустя новый угловой был преобразован в гол. Правда, по несколько упрощенной схеме. Ковтун напугал Володина, и Маркао забивал в пустые ворота. 2-0. Счет укрупнился еще до исхода получаса. Севший удачи на хвост дублер Лебедков получил мяч от Титова на правом фланге. И, не снижая скорости, перепрыгнул защитника с вратарем. 3-0. Маркао не стал вмешиваться в эпизод претензиями на хет-3. Глава «Лады» Гармашов немедленно поменял основного голкипера Володина. Хотя уже понимал, что вытащить эту игру будет посложнее, чем бегемота из болота. Во втором тайме обе команды играли спокойнее и добились локальной ничьи. На 77-й минуте Булатов не стал выдумывать передачу и вогнал мяч в ворота издали. 4-0. А на последней минуте тольяттинский джокер Хутов, который и вывел «Ладу» в эту стадию своим голом Сатурну, устоял в единоборстве с Бушмановым и пробил сметанин с дистанции. 4-1. Впереди у «Спартака» только Европа. Безусловно, это была генеральная репетиция. Скажите, какие-то наработки, которые вы готовили к сегодняшней встрече, у вас получились? То, что, может быть, будет происходить в следующем матче с «Арсеналом»? Ну, я не думаю, что за 5 дней что-то можно новое приобрести на работу. Главное было сохранить ту игру, тот настрой, который был осенний у нас, осенью.